Я постоянно тренировался, потому что это в какой-то степени мне снимает депрессию. Я постоянно тренируюсь, мне нравится. И когда у меня не бывает тренировок, у меня, это, как говорится, депрессняк хапаю. Да? Я всю жизнь тренируюсь, и мне, чтобы хорошая энергетика была, чтобы у меня было настроение, я всегда должен тренироваться. Отец у меня такой же был, он всегда тренировался. Его друзья даже, они всегда говорят, куда бы мы ни приехали, у него всегда с собой была сумка, он в первую очередь делал себе место поспать, в вторую очередь он всегда искал зал, где можем потренироваться. Я думаю, что у меня это от него, для меня это очень важно, потому что пока я действующий спортсмен, и как только я остановлю в своем развитии, там, это может плохо закончиться, в первую очередь только для меня. Отец был директором совхоза, у него высшее образование, бухучет, он заканчивал кооперативный университет в Полтавске. Закончил на отлично, так скажем, на красный диплом. С мозгами он, конечно, очень хорошо дружил, хотя многие его ассоциировали, больше считали как тренером, но я его считаю больше, чем тренер. Он начал сперва в зале, в общем, потом он у себя дома открыл зал, где я родился, и начал ходить. У нас дома зал, туда ходили сельские ребята, тренировались. Потом 12-13 лет мы переехали в Махачкалу. Ну, по-любому возвращаемся сюда, на родное место, в Кировалу. Я как раз с дядей общался. Он говорил, как я помню, к спорту, говорит, вот у меня, говорит, в молодом возрасте привел, говорит, Агуманап. Он, говорит, после армии приехал, начал пробежки делать, начал тренировать. Нас, говорит, забрал, группу сделал и начал, говорит, тренировки проводить. И в дальнейшем уже, я, говорит, сам начал вот соседних ребятишек, говорит, забрал, их приручил. И вот так, говорит, прошло, говорит, вот эта волна спорта в селе. И Абдулманап, говорит, привел это в селение. Хотел бы вас всех познакомить с моей бабушкой. Ее зовут Патимат, и она знает все практически, как вообще все начиналось. Здесь занимались спортом дети с ним, здесь это в зале было. Он сделал здесь, продал там скот, что у него было, здесь ремонтировал, зал ремонтировал и собрал туда спортсменов. Здесь учил он их, и потом отсюда он уехал в Махачкалу. Хороший, порядочный мальчик был. Он здесь работал директором совхоза. Все его уважали, все его любили, всем он, что нужно, делал, помогал, кому надо было. Еще что сказать? Она мне один раз говорит, я сюда пришел, она говорит, ты, говорит, затягиваешь. Я, говорит, нервничаю, ты, говорит, затягиваешь. Вот как заходит этот Хабиб, вот этот их сын, он, говорит, заходит раз, два, три, ломает, бросает. Вот так тоже делай, говорит, не жди, говорит, пока тебя ударят. Я, говорит, нервничаю из-за тебя. Да, стол накрываю, когда приедет. Радостно, конечно. Чем его побьют, пускай он побьет. Вся наше селение там тренируется, очень много детей, даже не хватает мест. На каждое место по 3-4 человека, там, так скажем, отбор идет. И тренеру очень тяжело, мы сейчас хотим еще один зал сделать в селении, потому что молодежь больше и больше стала, и тренироваться там в зале там больше 70 человек не помешается, а желающих там человек 200-300 как минимум. Потенциал у многих может быть, но, как правило, показывает там, статистика, да, там человек 70, из них там 5-6 человек уходит, там, может 10, кто добились там более-менее каких-то результатов. В первую очередь желание, дисциплина должна быть. Я думаю, больше, чем даже дисциплина, сперва желание должен, человек должен хотеть, а после того, как у него появится желание, он должен уже распределять свое время правильно и идти к этому. Сейчас, конечно, у нас полный зал, у нас два тренера в селе уже есть, и
В одном зале, по-моему, человек 50-60, в другом человек 20-25. И вот так два тренера работают. Есть другая секция, секция футбола у нас есть, есть секция тайского бокса. Ну, кому что нравится, любой то, что по душе может выбрать. Взрослые рассказывали, они вот так говорят, откуда нам, мы во сне такие условия не видели, которые у вас есть. Мы где брали солому, на солому бросали вот брезент, и там где делали отработки, мы где так тренировались. У вас где сейчас уже есть все условия, и вы где должны там тренироваться, усердствовать. Когда я, так скажем, мечтал стать чемпионом, на тот момент не было вот этих соцсетей, Инстаграма и так далее. Там я даже помню, в 2004 году на открытом чемпионате Дагестана приехал Федор Емельяненко, только выиграл прайд и приехал участвовать. Тогда в тяжах хорошие призы давали, там машину, там деньги. Они с братом приехали, но я-то их знал, но масса, так народ их особо не знал. И я на тот момент не понимал, что через там, 16 лет я могу стать чемпионом там. И что будет так тяжело, да, так скажем. Но я думаю, что никто так не знал, потому что не было этих соцсетей, видео, YouTube, Instagram, из-за чего люди становятся популярными. И в какой-то момент мне сказали, ты знаешь, что у тебя столько подписчиков, и ты можешь деньги зарабатывать, да, но для меня это было что-то, так скажем, незнакомо. Но потом потихоньку мы так устроились, подстроились, в какой-то мере я там могу заработать деньги, в какой-то мере я там могу какое-то наставление сделать, поделиться своим опытом и так далее. Я думаю, что соцсети – это хорошая вещь, если их использовать правильно. Если эти соцсети будут в руках, так скажем, невоспитанного и необразованного человека, это что-то очень опасная вещь тоже. Надо к этому очень аккуратно отнестись и относиться, потому что все, что снимается, все, что записывает сейчас камеры, они же как, там через 50 лет тоже это останется. Не останавливаться, уходи. Каждый человек, он создан ограниченным. Там, его зрение, его слух, его физические данные, там, умственных каких-то качествах. Везде есть ограничения, так что вот как я стал чемпионом, точно так же я могу и перестать быть чемпионом, потому что до меня же были чемпионы, они ушли, сейчас я пришел, потом я уйду, потом другие придут. Так что к этому я с пониманием отношусь. Вот у меня какое-то время были травмы, и, конечно, были какие-то мысли, чтобы оставить там, и так далее, потому что подряд шли операции. Я же не просто там травмировался. Мне приходилось сделать операцию и потом реабилитироваться. Вот эта реабилитация тоже очень много времени занимает. Там, если мои соперники могли где-то свои навыки улучшать, я просто восстанавливал свое здоровье. Ну, как показала практика и опыт, я не сбавил, я еще лучше стал. И если, там, я не знаю, эксперты, наверное, следят и видят, что если эти 12 боев сравнить, вот по 6 до травмы и после травмы, какой я стал, после травмы я стал еще более доминирующим и стал больше заканчивать бои досрочно. Я улучшился во всех аспектах, как ударки, так и в партере, так и в вольной, так и опыт у меня больше стал, и выносливость. Почти что все люди собираются вот вокруг, все односельчане здесь живут, большинство в городах у нас вот единицы, кто уехал, кто где-то в Москве живет, кто где в Махачкале, кто живет, очень мало людей. Это племянники. Племянники. Кюга на разве? Ассаламу алейкум.